Привет, друзья! Состоялся первый полет российского дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М. Полет опытного образца самолета проходил на высоте до 2000 метров при скорости до 390 км в час и продолжался 26 минут. Самолет вмещает до 370 пассажиров, а новый навигационный комплекс создан из российских комплектующих с учетом действующих международных требований. Самолет является модернизированной версией Ил-96-300. Отличается удлиненным на 9,35 метров фюзеляжем и оснащен более мощным российским двигателем PS-90A1. Самолет может иметь и грузовую компоновку. Максимальная дальность полета Ил-96-400М в пассажирской двухклассной компоновке составляет 8100 км. Во время первого полета была проведена проверка стабильности, управляемости систем и радиооборудования. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.